День Октябрьской революции во времена Советского Союза всегда отмечался с размахом. В городах устраивались демонстрации, проходили торжественные мероприятия и военные парады. Во время независимой Украины этот день отмечают представители коммунистической партии и те, кому дорого дело октября. Ежегодно в Керчи в этот день проходит демонстрация. Колонны людей следуют по центральным улицам города. Керчане несут транспаранты с громкими лозунгами, красные флаги и портреты вождя революции. В этом году демонстранты шествовали по улицам под аккомпанемент гармони. На площади Ленина выступил руководитель Керченского отделения КПУ Иван Желтенко. Он говорил о завоеваниях советской власти, революции, победе в Великой Отечественной войне и благах мирного времени. При советской власти было создано общество равных возможностей, стабильности, лучшая в мире бесплатная система образования, здравоохранения. Обеспечили бесплатным жильем. С трибуны говорили о современной политике, выказывали недовольство желанием руководства страны вступить в Евросоюз. Нам обещали 22 года назад, что в независимости, в независимой Украине будет свободный рынок, всех накормят и оденут, дадут хорошую работу и огромные зарплаты. А что мы получили в результате? Нищету, безработицу, ежедневный рост цен на все товары и услуги первой необходимости. По окончании митинга была зачитана резолюция, в которой указывалось требование провести сессию городского совета для обсуждения ряда проблем. Это вопрос о создании в городе музея Великой Отечественной войны, проведении референдума о вступлении в таможенный союз, отмены моратория на смертную казнь, решение проблем городского масштаба. Резолюцию планируют отправить во все инстанции, вплоть до правительства страны.